Компания Isuzu наконец привезла в Россию обновленный пикап D-Max. Модель добиралась целых полтора года, ведь дебют этой версии состоялся в ноябре 2017-го. Временной промежуток в Isuzu компенсировали сполна, подготовив более чем конкурентоспособное предложение, пусть и не в самом популярном сегменте нашего рынка. Одно из главных конкурентных преимуществ этого пикапа – новый 3-литровый дизельный двигатель. Второй козырь – гарантия на 5 лет и 120 тысяч километров. До сих пор к нам поставляли машины с мотором 2.5, мощностью 163 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. Новый D-Max оснащен 4-цилиндровым 3-литровым турбодизелем, который выдает уже 177 сил и 430 ньютон-метров. Ранее этот мотор был доступен для некоторых азиатских рынков, а в России им оснащаются малотоннажные грузовики Isuzu. Так что унификация должна облегчить жизнь сервисам и продавцам запчастей. Трансмиссии тоже новые, шестиступенчатая механика собственного производства и автомат iSyn того же диапазона. Полноприводная трансмиссия с жестким подключением передней оси и понижающей передачей сохранилась. В салоне простенькая CD-магнитола уступила место медиасистеме с 7-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида. Все это призвано подстегнуть интерес покупателей. В прошлом году мы реализовали 489 пикапов в России, и мы планируем удваивать продажи каждый год. Так что в этом году мы рассчитываем реализовать 900 пикапов. Модернизированный D-Max прибавил не только в престиже, но и в цене. Если прежде базовая версия стоила 2 миллиона, то теперь пикап стоит минимум 2 миллиона 145 тысяч рублей. Всего комплектаций 6, а у дилеров машины появятся к концу апреля.